какие-нибудь по делу, по защите растений, можете то не только на кухне, а в доме посылать ваши вопросы на электронную почту. Предварительно посмотрев, конечно же, видео на моем канале, вдруг кого-то из вредителей найдете на моем канале. Будет просто прикольно, интересно, а если захотите выразить свой donation это называется, орг-взнос в поддержку канала, сейчас это считается нормально, сейчас это нормально, можете поставить пару гривен вот на вот эту страничку в Патреоне со своей карточки, которые все сейчас расплачиваются за еду в магазине, даже не доставая никаких доляров из кармана, не обменивая, сразу со своей карты, в какой-либо своей стране не находились. Просто и приятно. Посылайте через Patreon. А я укажу вас как спонсора, поддерживающего канал. Мы с вами будем еще общаться. В Патреоне вы будете патроном, спонсором научных исследований. Это мелочь, а приятно. А может, даже и не мелочь, если это хорошая поддержка. Почему бы нет? Вот такой сегодняшний.